Не надо было мне с вами ехать. Чего ты меня туда тянешь? Я, Костян, провел переговоры на высшем уровне. Говорю, брательник двоюродный у меня живет, надо люди выводить. Ирина Леонидовна сказала, никаких проблем. Так что не робей, воробей. Вообще-то не очень удобно. Воспитатель едет в гости к бабушке воспитанника всем семейством, а тут еще братец из Киржача. Вот и я говорю. Так, садимся. Поехали. Дети-то в Германию уехали на 3 года. Вот и пришлось нанять внуку гувернера. Мужчина-гувернер. Так необычно. Нет, это очень правильно. Рядом с мальчиком должен быть умный, сильный мужчина-воспитатель. Ирина молодец. Она всегда знает, чего хочет, и всегда добивается. Месье, забыл, как его там? Француз убогий, чтоб не измучилось дитя, учил его всему шутя. Наш Михаил совсем не убогий. Он умный, спокойный, сильный и красавец. Как-то слишком много для одного человека, нет? А мне ты таких букетов никогда не дарил. Только не говори, что я не дарил тебе цветы. Такие не дарил. Мне бы даже в голову не пришло подарить тебе такой канделябр в целлофане. Па, а что такое канделябр? Конечно. Для меня сойдет что-нибудь попроще. А потом в нашей комнатушке и поставить такой букет некуда. В чем дело? Едем домой. Правильно, Мишань. Поехали домой, а? Па, я хочу познакомиться с Матвеем. Ну ты же обещал. Миш, ну что ты в самом деле? Что я такого сказал? Лена, или поменяй настроение, или сейчас же вернемся домой. Я не хочу выслушивать упреки. Миш, ну... Не ворчи. Я так. Просто. Машенька, ты обещала нам спеть. Машуля, слово нужно держать. Живут же люди. Молчу, молчу. Поет кто-то или это радио? Миш, что с тобой? Раз, два, три, елочка, гори. Эй, очнись.
вы вторглись на секретный объект. А теперь медленно выходим из машины и поднимаем руки вверх. Только без глупостей. Понял, хорошо. Вот, Дашка, это моча. У нас за домом пруд, а в пруду утки. Хочешь посмотреть? Хочу. Тогда поехали. Даш, не надо, ты упадешь. Не мешай, не упадет. Добрый день, Ирина Леонидовна. Добрый. Вот, познакомьтесь, это моя Лена. Это вам. Спасибо. Чудесный букет. А это Костя, мой двоюродный брат, о котором я вам говорил. Очень приятно. Ирина Леонидовна, а у вас тут кто-то пел? Это Маша. Пойдемте, я вас познакомлю. Мы с Альберто в этом году снова поедем в Италию. А мы сначала в Берлин. Спасибо. А там как Мотькины родители захотят. Спасибо. Маша гений. Уникум. 5 октав в диапазоне. Она может петь где угодно. В кабаке, в королевской опере, на эстраде. Даже на берегу моря. Лучше на берегу моря. Кто сейчас понимает, что такое голос? 3,5 чудака. Странно. Обычно гувернантками работают женщины. Можно же устроиться в какой-то колледж, гимназию. Платят больше. А. Мы квартиру снимаем. Лена пока нигде не работает. Я днем с Мотей, вечером через день в охране работаю, в одном кафе. По ночам разве что свободен. Пишу что-то вроде романа. Про любовь? Про любовь тоже. Такая хорошая, может быть, штука. Скажите, вы где-нибудь выступаете? Я бы сам пришел, друзей привел. Я пою в свободной опере. Послезавтра, Кармен, хотите, приходите, я оставлю место. Свободная опера? Да, это такой полусамодеятельный театрик на юго-западе. Сколько мест оставлять? Одно место. Если можно, поближе. О чем вы тут секретничаете? Михаил пишет роман. Да? Угу. Нормальные люди. Без понтов. А эта певица вообще как из сказки. Из какой сказки? Про жар-птицу. Прямо уж растаял. Конечно, повезло. Дал Бог голос.
Ну и что? Это в личной жизни ничего хорошего. Все артистки несчастные. Я вот читала тут про Марию Каллас. Это кошмар. Правильно, Ленка. Не надо удивляться из пейзажа. До 100 лет доживешь. Эти таланты только воду мутят. А я вижу, как у тебя в голове мысли двигаются. Интересно. Ну, расскажи, какие это у меня в голове мысли двигаются. А у тебя сейчас одна мысль. Каштанового цвета. Опа. Ну и чего ты прилипла к этому гувернёру? А чтоб тебе нервы потрепать. Ну, ты меня бросишь, это ясно. Но учти, малой кровью ты не обойдешься. Я буду драться. Я маленькое, злое животное. Гувернёра я вообще съем. Он сейчас едет домой, а его жена отпилит. А завтра она побежит в парикмахерскую готовиться к бою за своего Мишеньку. Ну, она выиграет. Да, в конце концов, выиграет. Но получит на руки инвалида. Ты мое животное! Я на встречную сейчас выйду. Миш, что тебе, дракон моей жизни? Я хотел спросить. Вот если в такую женщину влюбиться, то что делать? Вот в моем положении. Ей же нужно что-нибудь особенное. Денежные знаки в большом количестве ей нужны. И она их скоро найдет. Не, она не такая. Такая, такая. Вот ты гад. Сам же на нее запал и сам же… Вот откуда ты знаешь, что ей нужно? Знаю. Знаю. Я смотрю, в Киржаче еще мечтают о прекрасной даме. Да, мечтают. Это очень вредная мечта. Вот представь. Ты проявляешь железную волю, становишься олигархом, футболистом и артистом одновременно, покоряешь свою даму, а она оказывается женщиной нетяжелого поведения. Травма? Еще какая? Ну так, пока я мечтал о даме, я же работал, у меня была цель. Я шел вперед, я верил, я любил. А что, лучше всю жизнь прожить с такой, как твоя Ленка? Удавиться от скуки. Братишка, давай договоримся. Достоинства, недостатки Ленкины мы с тобой сейчас обсуждаем в последний раз. Спокойной ночи. Миш, привет, Полин. Привет. Миш, выручай. Завтра подежурь за меня. Ну, позарез, как надо. Завтра? Да. Не могу. Миш, клянусь, это форс-мажор. Ну, как друга тебя прошу. Пашка, у меня тоже завтра форс-мажор. У тебя? Убил. Ну, если у тебя форс-мажор, то я пас. Буду Саню искать.
А твой форс-мажор симпатичный? Да пошел. Миша, а у тебя что, свиданка, что ли, завтра? Правильно. Нужно отдыхать от семейной жизни. А то сколько можно примерного мужа изображать? Да никого я не изображаю. Какой есть, такой есть. И свиданки у меня нет. Я в оперу иду. Кармен называется. Как всегда, мятая. Ну что, она не застегивается. Лев Давыдович, вы помните, мы сегодня без второй скрипки? Помню, помню. Игорь, почему вы не направили кулисы до сих пор? Миша, если у тебя опять во втором акте пойдет третий штангет, я тебя убью. Хорошо, Лев Давыдович. Добрый день. Здрасте. Девочки, можно? Нет, что, нельзя. Маш, мы вчера не доспорили. Ты не права. Должна быть злость. Пойми, это первобытный мир. Здесь все впервые. Здесь цельные люди. Они из дерева, из камня, из огня. Кармен ненавидит слабость. Все мелкое, жалкое, водянистое, ей просто противно. Не знаю, Кармен хорошая девочка, всех любит. Вообще не грузите певицу концептом. Я человек простой, мне главное в ноту попасть. Ну как друга тебя прошу, ну добавь чуть-чуть злости. Ну как красочку. Красочку дам. Благодарствуйте, сударыня-барыня, благодарствуйте. Зависит, когда они вступают. Убила, зарезала, победила. Будем спорить завтра в 11. Спасибо. Спасибо. Маша. Вот молодец. Обещал и пришел. Уважаю. Позвольте пригласить вас на ужин. А вы на машине? Да. Тогда едем. Куда мы едем? На Ленинградке одно местечко мне как-то приглянулось. Спасибо, до свидания. До свидания. Вы рядом живете? Наоборот, в другом конце. Правильно, подальше от семьи. Кстати, о семье. Чуть не забыла. Алло, зайчик. Я сейчас заеду в одно местечко и буду часа через два. Будешь приставать, вообще приду утром. Или совсем не приду. Пока. Коротко и ясно. Муж? Тот Юра, который был у Ирины Леонидовны? Ну да, только он мне не муж. Типа муж? Занимается моими делами. А, типа директор. Мне нужен покой. Покой и воля. Мне нельзя любить. Мне тоже.
что такое? Это теперь так принято у педагогов, да? Приставать к усталой, голодной певице, как не стыдно. Очень стыдно. Очень. Поехали. Пропадать так с музыкой. Давай еще по бокальчику. Будьте добры. Мне пиво совсем нельзя. Сразу вес набираю. Говорят, голос нужно кормить и поить. А тебе в театр нужно. Настоящий. Миш, ты думаешь, если голос есть, так все сразу в обморок упали? Я уже столько раз прослушивалась. Тут защита нужна. Тебе? С такой силищей? У меня нет силы. У меня есть дар. У тебя нет силы. А ты можешь человека расплющить в пыль и не заметишь. Это ты себе нарочно придумал, что я сильная. Чтобы потом совесть свою успокоить. Нет. Вот ты верен своей жене? Да. Да? А что ты тогда тут делаешь? Ну хорошо, я не верен своей жене, и это плохо. И что? Миш, ну мы ведь сейчас говорим не о том, о чем говорим, правда? И ты это знаешь, и я это знаю. Ладно, я устала, мне домой пора, давай закругляться. Счет, пожалуйста. Спасибо за приятный вечер. Надеюсь, он не повторится. Не надо, Миш. Где твой подъезд? Я провожу? Ради бога, не надо. Юра любит в окно смотреть, с кем я приехала и откуда. А, вот как. Тогда счастливо тебе. Телефон отключила. Тысячу раз тебе объяснил. Мне по барабану твои поклонники. И ревность тут ни при чем. Я приставлен к тебе беречь тебя, ты понимаешь? Ты ужинала. Ну, конечно. Ужинала с поклонником. Есть и в нашей актерской жизни свои маленькие бонусы. Эти розы поставь отдельно. А что за поклонник? Молодой? Средний. При деньгах? Не знаю. А где вы ужинали? Юр, тебе не все равно? Я спать пойду. Ты забыл, я карман отпахала? Не лезь ко мне сегодня, я мертвая. Но поцеловать-то тебя можно на сон грядущий? Спокойной ночи, солнышко. Юра, что если… Что, Машенька? А что случилось? Да нет.
Нет, ничего, я подумала, а что, если мы с тобой поужинаем завтра в каком-нибудь интересном месте? Да нет вопросов. Ну и здорово, придумай что-нибудь веселенькое. А я спать, 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 спать. Миш, прости, я заснула, не слышала, как ты пришел. Давно дома? Недавно. А где Костян? Домой поехал. Документы какие-то собирать. Он вроде на работу устроился. Куда? Не знаю, он что-то темнит. Миш, а ты ничего не замечаешь? Ты подстриглась. И покрасилась. Что ж, очень мило. Выглядишь такой свеженькой. Тебе нравится? Очень нравится. Миш. Ну что мы так приземлились? Ну, давай придумаем что-нибудь. Оторвемся. Дурочка моя крашеная. А пойдем поужинаем завтра. Дашку возьмем. Я до 4 часов с Мотькой, а потом, пожалуйста, весь твой. Миша, ты меня лю? Я тебя лю. Здрасте. Здравствуйте. Даша. Здравствуйте. Даша. Пиво. Нет. Почему? Почему вы пьете, а мне нельзя? Попробуй. С ума сошел. Пусть попробует и сама убедится, что это невкусно. Чего ты меня сюда притащила? Кабак себе и кабак. Здравствуйте. Угу. Это певица, которую Ирина Леонидовна пела? Угу. Даш, сядь, пожалуйста. Папа разрешил, а я запрещаю. Я сейчас приду. Это Герцль извиняется. Сегодня подцапались на репетиции. Ты выбрала? Да, закажи мне свиные ребрышки. Я сейчас приду.
какого черта ты опять сюда притащился? Завтра увидимся? Да, только после 8. Тебе публика нужна? Зрители. Жена сидит. Дочка. Ее это не волнует. Я тебе говорила, что она покрасится. Мышь лабораторная. Я тебя жду уже час. У тебя что, с телефоном? А зачем ты меня ждешь? Ну, я тебя домогаюсь. Преследую, типа. Дешево купить хочешь? А ты дорого стоишь? Ой, дорого. Только деньгами не беру. Чем берешь? Жизнью. Бери. Вся твоя. Линия жизни у тебя длинная. Только ничего ты мне не отдашь. Ладно. Миш, давай хотя бы на 3 дня съездим к моей тетке, а? Солнце хочу. В Крым. Что? Слабо? Я думаю, надо все организовать, везде договориться. И потом, есть финансовый вопрос. Я забыла. Ты же у нас бедный учитель. Маша, угу. Если ты меня будешь унижать, нам придется расстаться. Наглость какая. Мы и не сходились. Мы уже попались. Это неизбежно. Разговариваю во сне на непонятном языке. Я беспокойный партнер. Брыкайся на здоровье. Я посплю. Я тебя представлю как мужа. Тетка у меня правильная. Хорошо, пусть я буду муж. Но чтоб без фокусов. Чтоб слушалась, ясно? А я не слушаюсь.
тетя Галя. Вот и мы. Маруша! Это что за телеграмму ты мне прислала, Маруша? Смотри-ка, приеду. Когда приеду? Чего приеду? Ни дня, ни рейса, ну ничего. Галуша моя. Дай посмотрю. Ой, хороша, зараза, еще краше стала. А это кто с тобой? Вот, Галуша, это мой муж, Миша. Очень приятно, Галина. Михаил. Ну, хоть бы одно слово написала, а? Пойдемте в твою комнату. Я там все намыла. Давайте, 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 проходите, не стесняйтесь. Милая моя комнатка. В Москве закрою глаза и вижу. Ну так и что? Приезжай, живи. Ладно, устраивайтесь тут. Через час обедать будем. Отдыхайте. Ты что так смотришь? Какие у тебя глаза? Светишься вся. Я родом из Сальца! Ешь, моя красавица. Мозги-то что хорошего в ваших супермаркетах? Дрянь одна замороженная. Ешь. Когда тебя по телевизору покажут? Какой там телевизор, Алексей Иванович? Разве что да пробьешься телевизор. Шут знает, что показывают. Какие-то девки в нижнем белье. Ни голоса, ни фасада, ничего. А что мать-то, Машенька, звонит тебе? Да, звонит иногда. Она что ж, на свадьбу и не приехала? Так не было свадьбы, тетя Ксюш. Мы так тихонечко расписались, и все. Вы, значит, тещеньку свою не видели? Это да. А за погляд-то денежки надо брать. Инга, моя мама, вышла замуж и ехала в Израиль. А лицо мое как? Идет прекрасно. Кажется, ведро можно выпить. Вы, молодой человек, заблуждаетесь. Венцо-то с секретом.
Да, а? Секрет на 3-м литре. Как только с 3-го литра повернешь, бабах в голову, и все мертвое тело. Машенька, ты бы нам спела. Мы тебя вот такой маленькой помним. Ты всегда пела про маму. Помнишь про маму? Как там? Солнышко проснется. Мама улыбнется. Лучше другое. Меня, милый, провожал всю дорогу руку жал. Вот любовь проклятая, вся рука помятая. Стою с милым у реки, слушаю всегдашнее. Просит он, но не руки, а вечерашнее. Ну вот видишь, у нас с тобой вроде как и свадьба была, правда. Только односторонняя. Со стороны жениха никого не было. Я Юре все сказала. Он к моему приезду заберет все свои вещи. Миш, ты не думай. Я ничего такого, мы взрослые люди. Что ты там бормочешь? Ты свободен и ничего мне не должен. Свободен? Что бы это значило? То, что вернемся в Москву, и каждый пойдет своей дорогой. Ты в одну сторону, я в другую. Зачем тогда гнать из квартиры полезного человека? Бедный Юра. Это мое дело. Я же в твои дела не лезу. Маша, я ничего не знаю. Как мы дальше жить будем? А давай не будем жить дальше. Давай встанем, посмотрим на солнце и растворимся. Очень мы плотные с тобой. Ну что, Миш, навестил тещу? Угу. Поссорились? Нет. С чего ты взяла? Сидишь как сыч, невеселый.
ты меня нашла? Сам сказал. Не помню. Охотно верю. Ты вообще, видимо, страдаешь провалами в памяти. Маш, я не мог. Я машину чинил, потом опять брат Костин на голову свалился. Я тебе сообщение послал. Даже не позвонил. Даже на это смелости не хватило. Зачем звонить, если нет возможности встретиться? Я хотел на днях все уладить и прийти. Зачем звонить? Например, узнать, жива ли я, здорова ли я, что со мной? И куда ты собирался прийти? Тебе домой, ведь ты сказала, что вроде Юра в отставке. С какой стати? Чего ради мне ломать свою жизнь, а? Ах, вот как. Вот так, да! Ну тогда извини, я на работе. Больше так не делай, иначе я не знаю, что со мной будет. Я умру, ты понимаешь или нет? Что не открываешь? Я сплю. Маш, давай вот без фокусов, без русского экстрима, хорошо? Я делаю все, что могу, ей-богу. Даже более того. Красиво было. Вначале всегда красиво, а потом дрянь. Помойка. Вот и у нас так будет. Господи, 3 часа ночи. Мне вставать 8. Зачем ты пришел? Я испугался за тебя. Я подумал, что ты одна плачешь. Я не плакала. Солнышко мое, ну не сердись на меня. Мы с тобой взяли слишком высокую ноту. Теперь придется пониже, попроще. Ты же для жизни мне не нужен абсолютно. Мне нужен человек надежный, заботливый, который будет заниматься мной каждый день. Мне нужно оплачивать квартиру, покупать хорошую одежду, карьеру делать. А постель? Что постель? Проснулся и забыл. Машка, ты что думаешь, ты мне нужна для жизни? Машка, у меня все есть. Полный боекомплект. Так давай расстанемся. Золотые слова, Машка. Я Дашку люблю. Она маленькая. На жилье пока денег нет. Ленка не работает. Как я ее оставлю? Я понимаю. Только поверь мне. То, что мы с тобой, это ужасно важно. Это смертельно важно. Я знаю. Знаю, знаю. Thank you.
Что Костян говорит? Нашел работу? Говорит, нашел. Миша, у нас в школе рядом будет место учительницы начальных классов, я хочу пойти. И продленка там полставки. Как ты думаешь? Надо подумать. Миша. У нас все в порядке. У нас все отлично. Маша, вы сегодня никуда не годитесь. У вас завтра премьера. Вы в состоянии петь? Придут эксперты из золотой маски, между прочим. Простите, Лев Давидович. Конечно, завтра я буду петь. Маша, подойдите ко мне. Света, перерыв 5 минут. Что у вас там такое? Мужчина? Да. Серьезное что-нибудь? Да. Плохо. Женатый, что ли? Да. Актер, музыкант? Нет. Хуже некуда. Маша, поймите, вы необыкновенный человек. И все обыкновенное не для вас. Вот там ваше царство. Там. Это все не для вас. Там горе, унижение, слезы, распад. Сломанная жизнь. Каждый раз, когда вы просунете туда ваше красивое лицо, по нему кто-нибудь обязательно ударит. Это закон. Талант выдается только тем, кто там жить не может. Вы мне верите? Маша? Да. Да не волнуйтесь вы так, Лев Давидович. Я спою. Все, можем стартовать. Ко взлету готов. Ты какой-то особенно веселый сегодня. Приятно на тебя смотреть. Я всегда веселый, когда светит солнце. Ну что, Костян, береги квартиру. Ты так и не сказал, когда приедешь. Разберемся, приеду, куда я денусь. Маш, жрать хочется. 6 часов за рулем отмахал. А
Ты, я вижу, повеселел. Как семью на дачу спровадил. Ты опять. Через 2 недели у меня окно в репертуаре. Поехали в Крым. Да нет, говори сразу. Если честно, Маш, денег нет. Но я что-нибудь передумаю. Да. Придется ехать к отцу. У него всегда запасец. А поехали со мной, а? Ты ему понравишься, это точно. У него дом, хозяйство, кролики. А поехали. Даже интересно, что ты ему про меня скажешь? Скажу, любимая женщина. Он поймет. Сам он ходок был, тот еще, даже при матери. Понятно. Значит, распутство – это у вас фамильное. Папаня был коммунист правоверный. Когда мы, значит, свернули с пути, так Иван Петрович мой от государства отделился. Говорит, погибайте без меня, мирегового чистогана. Предали, говорит, вы и отцов, и дедов, и прадедов. Ну, по крайней мере, по твоему рассказу видно, что человек честный. Значит, вернемся к плану. Я могу завтра. А у тебя как? Завтра у меня карман, а потом 5 дней перерыв. Кстати, к нам в театр твой брательник повадился. Глаза таращит, цветы дарит. Вот что, Костян, он мне не говорил. Вот видишь, как ты владимирских ребят вырубаешь. Костян, тебя видели в опере. Ты там уже примелькался. А ты откуда знаешь? Ты с ней встречаешься, да? Ну, этот вопрос мы опустим. А вот твоя фигура меня беспокоит. Ты был ясен и светел, а стал темен и смутен. Вот что у тебя за работа? Ты куда ходишь? Ну, так, типа охранного предприятия. Ребят пока только присматриваются. Какое предприятие? Как называется? Есть лицензия? Кем ты там вообще работаешь? Ну, Миш, ну, нечего пока говорить. А где она живет? Ты был у нее? Костян, твоя страсть обречена, поверь. Да? Мишенька, у нас облом. Мать приезжает. Какая мать? Господи, моя мать из Израиля. Не знаю, чего она чудит, завтра утром прилетает. Мишенька, надо встретить, мы 2 года не виделись. Ну, если надо, значит, встретим. Я заеду за тобой. Спасибо. Это она? Нет, братец, это не она. Она недоступна для смертных. Только ни на что не реагируй. Маман любит убить сразу на повал. Но ты молчи и терпи. Мам! Тася! Ну вот твоя блудная мамаша! Все, созвонимся. Шалом, брат!
Маша! Маша! Боже, ну, ну что ты у меня такая худая? Ну, ужас, ну, Маша! Боже мой, это кто у нас? Это наш муж? Угу. Ты с ума сошла выходить замуж за такого красавчика? Фамилия? Трофимов. Как? Трофимов. Он русский, чисто русский? Да, мам. Ни одной здоровой кровиночки. Польская бабушка. Еврейский дедушка. Нет, ничего нет. Ну что теперь поделаешь? Инга Бирман, артистка эстрады. Ну, бывшая артистка. Бывшего Советского Союза, бывшая артистка. Пойдем, мам. Да, кареты прошлого. В карете прошлого далеко не уедешь, так Горький говорил, пьеса на дне. Помните, конечно? Смутно. Машка, твой муж темный, неграмотный человек. Мам, он грамотный. Он педагог по образованию. О, еще хуже. Ой. Миша, я, конечно, дико извиняюсь, но на что вы живете? Работаю помаленьку. Помаленьку? Это сколько получается? Инга Станиславовна, а что у вас в Израиле принято прежде всего спрашивать у мужа своей дочери, сколько он зарабатывает? Да, мы, евреи, очень интересуемся, кто на что живет, кто кого везет. Мам, ну хватит. Понимаешь, это театр одной актрисы. У мамы ни капли еврейской крови нету. Украинка по маме, полька по отцу. Ой, ну при чем тут состав крови? Вот она, где моя национальность? Вот он, где мой Израиль! Мой Яков Бирман и его 300 родственников. Как дядя Яша поживает? А, дядя Яша. Пишет проекты в еврейские газеты, как перестроить землю обетованную в сверхобетованную. Сила привычки, сама понимаешь. Ну, а ты выступаешь? Только вы сегодня вместе не спите, а то я буду нервничать. Эту бандуру доставишь по этому адресу. Угу. Это туда же, на чердак. Ключ я тебе дам. А что там? Подарки от Деда Мороза. Чтоб таким любопытным буратинам, как ты, носы оторвало. Мы денежку взяли. Ротик на замок закрыли. Окей? Угу. Как говорят америкосы. Папа! Папа! Это я! Вот это поместье. Миша, ваш папа удельный князь? Вроде того. Папа! Здрасте. Заезжай. Пап, познакомься. Это моя жена Маша, а это ее мама Инга Станиславовна. Ну, я же читал твою телеграмму. Заходим. Вещи в твою комнату, маму в соседнюю, где зеркало. Жду к столу.
суровый какой, я прям оцепенела. Миш, а чего он с нами даже не поздоровался? Еще чего, здороваться. Да погоди, еще привыкнешь. Все свое угощайте. И колбаска. Отец свинок держит и водку сам гонит. Это огородная так люками. Сметанка. Две коровы свои. Вчера на озере щуку взял. На ужин будет. Баню топить. Ой, топить, топить. Ну, говори, зачем приехал. Папа, деньги нужны. 30 000. А зачем соврал насчет жены? Да это так, для ее мамаши. Ну, пойми, отец, ну, пробила меня на эту женщину. Деньги для нее? В Крым хотим поехать. В Крым. За границу, значит. Красивая твоя Маша. А Ленка так себе. Пятачок-пучок, мелкашка. Жену надо было брать вровень себе. Денег дам. Больше дам. Свозишь ее в Крым, а потом купишь ей что-нибудь на прощание. Колечко там какое хорошее, или брошку. Они как-то плачут меньше, если им колечко. Встаешь, красавица. Доброе утро, Иван Петрович. А я как в сказке. Весь ваш дворец обошла и нашла самое потайное место. Жена моя, Поля. Это для воспоминаний уголок такой? Это могила. Это вы прямо здесь жену похоронили? А разве так можно? Нет. Нельзя, Маша. Нельзя. Нельзя. Россия страна казенная. Родился. Бирку на руку. Умер. Лежи в специально отведенном месте. А я вышел из крематории с урной и думаю, да пропадите вы все пропадом. Я свою жену положу в своей земле. Вам она не достанется. Все, хватит. Ничего больше своего вам не отдам. Да. Далеко вы зашли в своей войне с государством. А если бы я ее в городе положил, кто бы за могилкой ухаживал, а? А так она всегда рядом. Хорошо жили?
не расскажешь. Я вот иногда молчу целый день, а то и два. Бывает со мной такое. А она только улыбается и душу не лезет. Веселая была. После обеда и поехали. Укропа могу нарезать. Редиска подошла. Творог есть. Давай, не откажусь. Ой, смотрю на ваше хозяйство, восхищаюсь. У меня, например, нет никаких способностей к земле. Иногда кажется, если посажу свеклу, вырастет тыква. Или вообще ничего не вырастет. У вас зато дети получаются. Вот Маша. Да, Маша. Машка у меня от Бога. Там от меня мало. Она у меня сама как-то и выросла. Я ее никак и не воспитывала. Дети сами без никого не растут. Если вы устранились, значит, другой кто нашелся. Да я не устранялась, я просто на душе у нее не стояла. Она у меня свободно росла. Че? А? На, держи. Иван Петрович, разрешите мне по-простому пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Ну и спасибо за сына, так сказать, по-родственному. По-родственному? Это что-то, старушка, размечталась. Никакой я тебе не родственник. Старушка? Какая тебе старушка? Да самое натуральное, что не есть. Хоть ты портки в цветочек надень, хоть балахон. А все получается, что жизнь прожила, а ума не нажила. Балаболка, пустельга. Иван Петрович, что случилось? Папа. Папа твой у себя в доме, на своей земле. А вот эти что тут шастают туда-сюда? Ты уехала в свой Израиль? Ну ты сиди там. А вместо того, чтобы шнырь-шнырь туда-сюда, лучше бы вон за дочерью как следует приглядела. Родственница. Отец. На себя посмотри, отопок. Старушка я ему,
Как хочу, так и одеваюсь. И вы меня не запугаете, сволочи. Я не старушка. Я прелестная женщина средних лет. А дочь моя гений. Красота. Умница не для таких, как вы, предназначена. Вообще, пошел к черту, старый дурак. Валите-ка вы все отсюда. А я пока не покушаю, никуда не поеду. Зачем ты так? Ну, что ты взялся-то? Отвык я от людей. За день вы мне надоели, как за год. Совсем нет людей. Едем, едем. Никого. Что, в России никто не живет? Одного русского человека мы сейчас видели. А вообще видно мужчина. Только сама дура одичал в одиночестве. Нет, если бы мне, конечно, побольше времени, я думаю... Я так понимаю, вы не расписаны? Нет, мам, мы не успели. Понятно. Что тебе понятно? То, что ты дура! Кончай распадаться. Квартиру спалишь, я тебе голову снесу. Мишка, ты с ней? С ней, конечно. Не с ним же. Я хочу умереть. У ее ног лягу и умру. Ладно, я вернусь. Организую. Ляжешь и умрешь. Я яичницу приготовила с овощами. Тут помидоры, перец, лук. Что? Я не люблю жареные помидоры. Я не знала. Ну, спросила бы. Маша, возьми себя в руки. Включи контроль. У тебя телефон звонит. Да. Маша. Дашь в больнице. Авария. В деревне. Черт.
Черт, черт, черт! Сотрясение и рука ушиблена. Мы сзади сидели. Она головой ударилась, и я головой. Как ты? Болит? Нет. Нет уже. Теперь все в порядке будет, раз ты приехал. Эти скоты в пятницу днем уже все пьяные. И этот гад на грузовике. Мама. Мама сразу, не приходя в сознание. Дядя Толя, а мы сзади сидели. Миша, что теперь делать? Ну что теперь делать, Миша? Тихо, 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 тихо. Главное, что вы у меня живые. Все так перед глазами стоит. Все стоит и никак не уходит. Миш, телефон. Я потом перезвоню. Я еще что-нибудь возьму. Идите, я сам. Костян, ты дома? Костя! Костя! Костян! Костя! Откуда это? Это ты купил? Откуда деньжище? На что шикуем, спиваемся, покупаем мишек? Миша, она с тобой, да, ты с ней? Откуда деньги? Мне сказали отнести сумку, я ее отнес. Потом по телеку показали. Что показали? Тебя показали? Дом показали, улицу показали, банкира, которого грохнули. А это та улица, куда я сумку отнес. Да тебя ж лоха подставили. Ты соучастник убийства. 4 года без вариантов. Как, может, не найдут? Да ты что? И это все на эти деньги? Ты дашь какие подарки на эти деньги? Придурок. Конченый придурок! Я же не знал, Миш. Сначала дали зарплату, а потом сказали, будет поручение. Я ничего не знал. Я же думал, это по частному сыску что-нибудь. Не ори! Какой же ты дурак, братец. Миш.
А если я пойду и тебе расскажу, меня посадят? Я думаю, да. Легких денег надо, сладких ощущений не хватает. Да я тоже хорош. Видел же, что с тобой что-то не так. Не до тебя было. Ты правда думаешь, что меня посадят, да? Я же ничего не знал. Реветь не надо. Надо принимать решение. Да, надо принимать решение. Эти классные. С одной таблетки в сутки будешь мультики смотреть. Сколько? По 500 рублей. За все сколько? Да, вот он я. Слушаю. Инга Станиславовна? А что случилось? В больнице? Жива? Еду! Поговори с ним сам. Да, Лев Давыдович? Да. Маша не может сейчас ответить. Она спит. Да. Просто очень захотелось счастья, пусть и синтетического. Таблетки, наверное, оказались паленые. Или проглотила слишком много. Если можешь, прости. Этот экзамен я не сдал. Не хватает меня на все и на всех. Хоть бы позвонил. Хоть бы слово сказал. Я не мог. Нет, ты мог. Я тебе скажу, почему ты так сделал. Ты решил, что это тебе Бог наказал. За меня. Что твоя семья попала в аварию за меня. Да. На самом деле я умерла. Той Маши, которую ты знал, ее больше нет. Бедняжка, наконец, скончалась в страшных мучениях. Теперь я вместо нее. Маша, я гад. Но что я могу сделать? Маша, я отвечаю за Лену, за Дашу. Они на мне, больше никого нет. Да, я решил, что мы не можем сейчас встречаться. Но не могу
Я ради своих удовольствий обманывать жену, которая недавно похоронила мать. Я удовольствие, значит. Маш. А впрочем, уже не важно. Ты какая-то не такая, Маш. Мне страшно за тебя. Не бойся. За эту новую Машу ты можешь вообще не беспокоиться. А ту погибшую, конечно, жаль. Хорошая была женщина. Ну, иди, иди. Я вас слушаю. Не бы к следователю. К какому следователю? К любому. Следователь сказал, что если бы я не заявил, то пришел бы как соучастник. А раз я заявил, что меня наняли на работу, что я не знал о преступных намерениях и выполнял отдельные поручения, то я свидетель. Не боишься? Не, я пока здесь под столом бухал, у меня весь страх поистратился. Ну давай. Понеслась. Ты что-то попивать у меня начал? Вчера пьяный заявился, сегодня опять. Лена, воспитывать меня не будем, а? И вообще... Не раздражай меня. Что ты вечно всякую чушь мелешь? Тошно слушать. Что-то я постоянно тебя раздражаю. С чего бы это? Да я просто тебя никогда не любил. Вот и все. Не надо, Миша, ерунду говорить. Thank you.
убивать. Убивай нас. Сегодня гуляем. Отметим наш успех. Ну, никакого еще успеха особого нет. Есть, Маш, есть. Это тебе не родина. Здесь талант, если повезет, конечно, может найти адекватную денежную стоимость. Победа, Машка, чистая победа. Но я, признаться, боялся за тебя. Последнее время ты, ну, после той истории, плохо владела собой. Ну, ты молодец. Не поддалась на провокацию. Какую провокацию, Юра? Любовь – это сволочь. Она забирает все и уходит, а ты остаешься жалкий, растерянный, как будто бы тебя обокрали на вокзале. Не надо, Юрочка, рассуждать о любви. Это ни к чему в любом случае. И когда ее нет, и когда она есть, пиво хочу. Как бир? Свой бир. Я немецкий выучу, ты не беспокойся. Я вообще шустрый, проворный. Ты заметил? Ты мой тараканчик! Пойду пиво закажу. Алло. Алло.